Итак, мы находимся уже внутри теперь этого помещения. Здесь в общем 20 квадратных метров. Удобство электроэнергии, как я уже сказала, и вода холодная, которая поступает, но канализации нет. Вот в этой маленькой комнате вся семья ютится. Вот, это вот такие у них условия для сна. Понятно, что заниматься ребятам практически даже домашние задания сделать особенно негде. Вот. Но, тем не менее, вот такое радостное событие у нас произошло. И с сегодняшнего дня у ребят есть свой компьютер. А теперь мы послушаем их самих, что они нам по этому поводу скажут. Ну что, Дима или Серега? Спасибо за компьютер. И спасибо за все. Спасибо за компьютер. Покажи нам свои личики. Спасибо за компьютер. Там, за Москву, то, что мы ездили на елку. Да, я хочу поблагодарить всю организацию за огромную помощь. Этот компьютер огромное подспорье в учебе. Ну и вообще за отношения, за всю помощь. Понятно. Мы очень рады. Мы очень рады. Конечно, сейчас разговор надо вести уже о другом, чтобы вот вам помочь с регистрацией, со всем остальным. Ну а пока, ребята, дерзайте. Я думаю, вам действительно по информатике теперь будет удобнее заниматься. Молодцы. Мы вас очень любим и будем на связи. Надеемся, что у вас скоро появится свой интернет, и мы можем отправлять сообщения прямо напрямую в Америку. Спасибо. Ну, вот так немножко вкратце. Условия жизни очень непростые. Вот. Вот такие дела. Пользуюсь моментом. Сейчас канун, седьмой сегодня. Канун международного женского дня. Поэтому поздравляю всех женщин. Желаем всего самого-самого наилучшего. Здоровья и успехов в труде. Спасибо. Я непременно это все передам моим коллегам в Нью-Йорке.